Дорогие братья и сестры, я даже немного завидую Петру, он говорил по-английски, я говорю по-русски, но с другой стороны, как радостно, что на небесах мы будем все говорить на понятном друг для друга языке, так что Господь будет нам очень-очень близко. Я прочитаю текст из послания Римлянам, 11 глава, и Божье Слово говорит так. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Бог непостижим. Боже Слово, только что мы прочитали, об этом говорит. Бог непостижим, Он и в целом не охватен для нашего разума, и каждое его свойство в отдельности, оно трудно это осмыслить. Его величие, его силу, пути, мудрость, суды, и все, что может сказать честный человек о Боге, это непостижимо, это невероятно, это очень-очень много. И вот четыре причины, почему так. Во-первых, Бог бесконечен, а мы с вами точно ограничены. Мы конечны. Бог сотворил нас, Он творец, мы Его творение. И поэтому мы зависимы от Бога. Во-вторых, нам невозможно постичь совершенную гармонию всех качеств Бога. Как вот, например, сочетаются вместе любовь Бога и власть, благодать Бога и Его справедливость, Святость Бога, Его терпение или милость, ревность Бога, Его прощение, как это все понимать нам? Третья причина, нам очень сильно мешает познавать Бога результаты грехопадения. В каждом из нас живет вот эта склонность искажать, извращать истину. Мы грешные люди, Бог святой. Ну и последняя причина, Бога невозможно полностью постичь потому что он сам решил скрыть некоторые вещи. Книга Второзакония, 29 глава, написано, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века». И вот поэтому я про небеса и вспомнил в самом начале, что на небесах, друзья мои, непостижимость Бога для нас будет немного уменьшена мы уже не будем иметь препятствий греха и ограниченности нашего тела, наш разум станет гораздо чище и гораздо изнее. Но даже на небесах, даже там в вечности полностью мы не сможем исчерпать Бога. Я навсегда останусь ограниченным человеком, а Бог навсегда останется безграничным, великим, вечном но, дорогие друзья, сегодня эта конференция посвящается познанию Бога. И есть радостная новость для всех нас. Бог познаваем. Вот такой парадокс. Бог непостижим с одной стороны, но он познаваем с другой стороны. Бог познаваем, потому что он сам решил открыться нам. Он захотел открыть себя нам. И он сам рассказал о себе все, что нам нужно знать через эту книгу, через Божье Слово. Мы читаем в первом послании Коринфянам, вторая глава. «Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Посмотрите, друзья, истина Божия, сокрытая веками, открылась нам. И посмотрите, каким путем даже умнейшим, великим людям земли, Истина о Боге была недоступна веками. Как бы люди ни пытались черпать информацию о славе Божией, о Боге, это все было сокрыто для людей, непостижимо. И здесь Божье Слово показывает нам, что человеческие методы изучения Бога не способны достичь Бога, его познания. Не получится ушами или э, глазами. Или даже сердцами познать Бога. Нет. Божье Слово говорит нам, что Бог открыл нам это Духом Своим, Духом Святым. Это путь познания Бога. Не путем ума, не путем интеллекта или сердца, Духом Святым. Через Духа Святого мы приняли не Духа мира Сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И этот доступ к Богу открыт нам. Это милость Божия, что мы можем познавать, какой есть Бог. И учитель для того, чтобы познавать Бога, Дух Святой. Есть три глубины познания Бога, и я покажу вам их, или расскажу о них. Первое ⁇ это общее откровение. Общее откровение о Боге. Доступное всем людям, не только нам в этом зале, но даже и неверующим людям. Общее откровение ⁇ это природа, это творение Бога. Это доступно каждому человеку. Сегодня я был у вас здесь, вместе Игорь нас проводил в пещеру, и мы смотрели на это творение Бога. И это потрясающе увидеть то, что есть в этом мире. Это восхищает. Мы видим Божью силу, мы видим Божью мудрость. Через творение Бога, через природу мы даже можем понимать, что Бог – это личность, потому что Он создал нас, личности. Но природа не рассказывает нам того, что говорит нам Библия. То, что написано в этой книге, в Слове Божьем, это еще одна глубина познания Бога. Слово Божие – это бездонный колодец, который показывает нам Господа. Мы узнаем, что Господь наш Спаситель, мы узнаем, что Он праведен, что Он верховный, управляющий всей вселенной, всемогущий, любящий, всезнающий. Обо всем этом говорит Библия для нас – и самое главное, мы узнаем, что есть Сын Божий, Иисус Христос. Природа этого не скажет, животный мир не скажет, Библия об этом говорит, что есть Иисус Христос, который принес себя в жертву за людей, об этом написано в Библии. Но есть еще третья глубина познания Бога, это общение с Богом. Это то, что доступно исключительно возрожденному человеку. Общение с Богом когда я полностью посвящаю себя Богу, и Он открывается моему сердцу, открывает мне свои планы, свои желания, свои цели, открывает самого себя каждый день, и это восхищает меня. Когда Он показывает свою преображающую силу во мне, это начинает преображать меня, менять мой характер. И вот это влияние Бога, когда Он открывает себя верующему человеку, мы начинаем духовно расти, мы, мы преображаемся. Здесь в земной жизни мы становимся похожими на Бога, и это восхитительно. Видите, как много открыто для нас, как много доступно всем нам. И чем больше мы узнаем Бога, заметив в своей жизни, чем больше мы узнаем, какой Бог, насколько спокойнее становится наша жизнь. Вы замечали это? Чем больше вы узнаете, какой Бог вам спокойнее смотреть в будущее, Более того, вы становитесь более полезными даже в земной жизни, в обычной жизни, в семье, в церкви, в учебе или на работе. Чем больше вы узнаете Бога, тем больше вы становитесь полезными. Христос не живет где-то в прошлом. Христос не живет где-то далеко за облаками. Христос живет во мне. И от этого... Моя жизнь становится другой. Христос рядом. Каждую минуту Он знает каждый мой шаг, каждый сайт, какой я открываю, когда смотрю в свой смартфон или в компьютер. Бог знает все. Вопрос, знаем ли мы Бога? Второй вопрос. А как мне познавать Бога? Как я могу знать о Нем? И я хочу показать вам, друзья мои, сегодня текст из Евангелия от Иоанна. Вообще Евангелие Тиана – это Евангелие, которое отвечает на вопрос, кем вы считаете Иисуса Христа. И мы откроем с вами первую главу, прочитаем с 14 стиха по 18. -й. Первая глава Евангелия Тыана с 14 стиха. И в этом тексте мы увидим за эти несколько минут 7 причин познавать Иисуса Христа почему так важно знать Христа и как мы можем знать о Нем. Об этом мы прочитаем в Евангелии от Иоанна в первой главе с 14 стиха по 18. В знак почтения к Божьему Слову приглашаю вас встать. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли благодать и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Какими словами зашифрован в этом коротком отрывке Иисус Христос? Посмотрите 14 стих. Слово стало плотью. Именно этим Обозначен здесь Иисус. Слово. 18 стих. Здесь мы читаем ⁇ Единородный сын, сущий в лоне, о чем Он и вил ⁇ И мы видим здесь еще раз о Христе. Единственный сын Отца. И чем глубже мы смотрим в каждый стих этого отрывка, тем больше мы видим причины, почему мы можем верить в Иисуса Христа, как его познавать. И давайте... Посмотрим. 14 стих. Первая причина. Слово стало плотью. Вечное слово. И Иисус Христос стал человеком. И в этом тексте мы видим, что Христос принял человеческую плоть. И это чудо. Величайшее чудо из всех чудес на Земле. Даже более великое, чем воскресение из мертвых. И даже более изумительное, чем сотворение всей Вселенной. Почему? Но представьте, представьте только, бесконечный, великий, вечный Сын Божий навсегда смирил себя и стал человеком. Навечно. Он стал человеком не только на земную жизнь здесь. Навсегда он стал человеком. Это чудо. Как такой великий Бог, огромный, не имеющий границ, стал маленьким, ограниченным человеком. Это навсегда останется поразительной тайной во всей Вселенной. И в этих коротких словах для нас сообщается две истины. Первое Иисус полностью Бог. Второе Иисус полностью человек. Ни чуть-чуть, ни наполовину, полностью человек. Я хочу, чтобы мы принимали эти две истины так, как об этом здесь и написано. Иисус полностью Бог не сотворенный, не имеет начала и конца, во всем равный Богу Отцу. И это аксиома. Кстати, помните, как начинается Евангелие от Иоанна? Самый первый стих. В начале было Слово. Это значит, что Иисус, Иисус Христос, уже был до начала творения мира. Наш Бог триедин. И это вечное существо. Божественность Иисуса Христа, друзья мои, знайте это, это то, что больше всего ненавидит сатана. Божественность Иисуса Христа. И он всегда нападал на эту доктрину и в те века, и сегодня. В IV веке был некий Арий, так звали этого человека, и он говорил, что Иисус был сотворен. То есть он имел свое начало и точно не мог быть Богом. Представляете? И, конечно же, появилось целое движение, называлось оно «Арианство». И тогда пасторы, епископы церквей собрались вместе, чтобы опровергать эту ложь против Иисуса. Тогда прошел Никейский собор, 325 год, потом еще собрались в Константинополе, потом еще собрались в Халкидоне, и это все были соборы. И наши братья, наши служители на основании Священного Писания доказывали – и провозглашали, что Христос является полностью Богом и полностью человеком на основании Божьего Слова. Ведь Новый Завет ни разу не сомневается, что Иисус Христос – Бог. Мы находим такие слова. Отец отдал весь суд Сыну Своему Иисусу Христу. Иисус говорил, «Я и Отец одно, видевший Меня, видел Отца». Христос прямо называется Богом в послании евреям. О Сыне Он говорит, Твой престол, о Боже, во веке. Иисус называет себя в книге Откровения Альфа и Омега, начало и конец. Он Бог. Если честно взглянуть на Божие Слово, то мы увидим, что Иисус вечный, вездесущий, всемогущий, неизменный, славный, суверенный правитель. Только Иисус творил то, что говорит о Боге. Например, он сотворил этот мир. Он воскрешал мертвых. Он побеждал сатану. Христос будет судить всех людей. Христос может прощать грехи. И он позволял поклонение ему. Как Богу. И это первая истина. Иисус полностью Бог. Иисус полностью человек. Поэтому на протяжении веков находились люди, которые также воевали против этой истины. Будто бы Иисус не был человеком. Просто он одел на себя эту человеческую природу, как пальто или куртку, костюм какой-то. А на самом деле он просто казался людям, это какая-то голограмма была, что ли. И так и называлось это ересь, докетизм, докео, то есть кажется. Кажется, что он человек, на самом деле он не человек, но все это неправда. Божье Слово говорит, мы читаем, Слово стало плотью. Не казалось, не притворялась, не играла роль, стала плотью. Иисус полностью Бог и полностью человек. Почему это важно? Потому что, друзья мои, если опровергнуть или отвергать одно или другое, тогда невозможно спасение человеку. Спасти человека могла смерть только человека, поэтому Иисус стал, как мы с вами. Но спасти человека могла только смерть безгрешного человека, поэтому Иисус стал как мы, но без греха прожил праведную жизнь на земле. И это здорово. Я, я восхищаюсь Богом. У меня просто восторг от этого. Я благодарен Богу. Иисус никогда не перестанет быть человеком. Представляете? Он воскрес в теле. Он вознесся на небеса в теле, и в теле Он будет встречать нас в Царстве Своем. Слово стало плотью. Идем дальше, и мы читаем в 14 стихе, он не только стал плотью, вторая причина познавать Христа и верить в Иисуса, слово обитало с нами. То есть Бога человек, Христос, обитал с людьми, и вот этот глагол обитало буквально означает на какой-то очень-очень важный предмет из Ветхого Завета, вам всем точно знакомый. Вспомните, где обитал Бог, когда народ Израиля шел в землю обетованную. Где происходило поклонение Богу? В каком месте, как называлось это место? Да, уже кто-то произносит скиния. Скиния, я попрошу сейчас показать на экране как раз эту картину скинии. Это был маленький переносной храм, который разбирался и собирался на новом месте, потому что идет исход из Египта в землю обетованную. И в Скине было четко расписано, где что стоит как все должно выглядеть, куда в ней заходит человек, куда нельзя ни в коем случае заходить, а заходит только священник. И вы знаете что? В этой скине, которую вы сейчас видите, абсолютно все указывало на Иисуса Христа. Даже само название скини означает «Бог с нами». Вспомните имя Иисуса Христа, Эммануил, «С нами Бог». Как Скиния была в центре израильского стана, так и Христос в центре церкви. В Скинии приносили жертвы и поклонялись Богу люди, а Иисус – это наша первая и последняя жертва. Через Него мы поклоняемся Богу. Я недавно был в Турции вот этим летом и видел, как сохранились некоторые развалины старинных храмов, языческих храмов. Множество богов, греков и римлян, им строились десятками, сотнями храмы, но вот эта скиния Ветхого Завета, она абсолютно не похожа на все эти храмы. Потому что нет никакой статуи, никаких мозаик, ни рисунка, ничего. Но я скажу вам, вот в этой скине все проповедовало о Боге. Просто каждый элемент до последнего. Например, бронзовый алтарь для живых жертвоприношений указывает на живую жертву Иисуса Христа – с ними рядом бронзовый умывальник, он указывает на очищение нашего Христе. Стол с хлебами, это Христос, он сам называл себя хлеб жизни. Золотой светильник, Христос, свет от самого Бога, алтарь для зажигания ароматных масел, с которого поднимались. Вот эти стройки дыма в небеса, и это символ постоянного заступничества Иисуса Христа за нас перед Богом Отцом. Мы так и говорим о Христе, ходатай, заступник. Заходим в Святое Святых, туда ни один еврей, конечно, не заглядывал, только первый священник туда входил. И что мы видим там? Какой-то сундук, это называется Ковчег Завета. Из чего он сделан? Представляете, из дерева покрытого золотом. На что это указывает? На две природы Христа, человек и Бог. Наверху ковчега был престол милосердия, на которой брызгали кровь жертвы. Это был знак искупления нашего во Христе. Бог нас помиловал. Это наш престол милосердия. И что было внутри ковчега? Три вещи. Первое скрижали закона, известные нам 10 заповедей, Христос исполнил Божий закон вместо нас. Кувшин сманный, второе сманный небесный, Христос наш Небесный хлеб, и третье посох Аарона, помните, который расцвел. И Иисус был мертвым, как посох, но воскрес из мертвых расцвел. Чем больше я вникаю в Ветхий Завет, тем больше я вижу, как абсолютно все в Нем проповедует об Иисусе Христе. Христос обитал с людьми. И вот об этом говорит Евангелист Иоанн. Слово обитало с нами. Иисус пришел к нам, чтобы обитать среди нас, как древняя скиния. Если раньше нужно было прийти в скинию, чтобы встретиться с Богом, как сегодня человек может встретиться с Богом? Мне нужно прийти к Иисусу Христу, Он моя скиния. Он мое место встречи с Богом, причем единственный, с кем, через кого я могу встретиться с Богом. Дальше мы идем, 14 стих, и читаем слово полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Третья причина познавать Бога Иисуса. Иисус полон славы, всей Божьей славы. Вы спросите, а что такое Божья слава? Вот представьте только собрать все Божьи качества вместе, все Его совершенства, всю Его красоту, Его величие. Вот это и будет Божьей славой. Можем ли мы увидеть это? Раньше об этом никто и мечтать не мог. А как пришел Христос, так все изменилось. Бог слишком велик. Его слава для нас страшна. И Бог скрыт от нас как от врагов своих. Но Иоанн здесь, в Евангелии, сообщает всем нам новость, от которой его самого это поражает. Он, он удивляется, представляете, мы видели его славу. Ну, во-первых, апостол Иоанн мог видеть славу Христа на горе преображения. Во время его преображения на горе фавор, когда Иисус преобразился, и на короткое время они могли увидеть славу. Во-вторых, чудеса Иисуса немножко открывали Божию славу. Совсем скоро вот в Кане Галилейской, вторая глава Евангелия от Иоанна, показывает нам чудо там. И так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской, и написано, и явил славу свою, и уверовали в Него ученики. Слава Христа была в том, как Он воскрешал мертвых, и про своего умирающего друга Лазаря Христос говорил, это болезнь не к смерти, но к чему? Но к славе, к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Но самое главное, друзья мои, это слава Иисуса больше всего была явлена на кресте. Не где-нибудь, на этом месте позора, на этом месте казни, слава Христа была открыта для нас. Иисус говорил, ныне прославился сын человеческий и Бог прославился в нем. На кресте Бог собрал все свои качества вместе и свой огромный гнев на грехи людские и свою огромную любовь к погибающим людям. Все вместе проявил на Голгофе. На кресте умирал безгрешный святой, Бога-человек на кресте, все мы с вами освобождены от кары небесной, от гнева Божьего. Это была слава единственного Сына Отца. Итак, Иисус, Он полон славы, Дальше, четвертая причина, 15 стих. Иоанн свидетельствует о нем, и здесь имеется в виду Иоанн Креститель, свидетельствует о Христе, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня». Почему? Потому что он был прежде меня. Иоанн Креститель, на самом деле, вы помните, ведь он был старше Иисуса. Он родился раньше Христа. И он начал публичное служение раньше Иисуса. Так почему же он говорит, идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня? Ответ один. Иисус был всегда. Иисус был всегда, и поэтому Он величайший, больший и даже превыше всех пророков, всех служителей, всех именитых спикеров земли. Христос больше всех и больше Иоанна Крестителя. И сам Иоанн об этом говорит. И для нас это мощная причина верить в Иисуса и познавать Его. Пятое, 16 стих мы читаем, «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». Это самое любимое место Священного Писания, которое говорит нам о Божьей благодати, причем благодать на благодать. Вот что это означает? Благодать на благодать. Это слово означает, что благодать приходит в нашу жизнь вместо благодати. Как бы наслаивается благодать на благодать. И нет такого перерыва, чтобы оказалось, упс, и здесь есть секунда, когда нет благодати. Такого не бывает. Благодать на благодать настолько постоянно изливается в нашей жизни, что мы даже не замечаем, когда же бы мы оказались без благодати Божией. Это такой неиссякаемый, постоянный поток Божьей благодати, который мы с вами получаем. И об этом свидетельствует Божье Слово. От полноты Божией все мы с вами получили такой запас благодати, который вы не найдете больше нигде на земле. Ни в бизнесе, ни в отдыхе, ни в общении с друзьями, ни в семейной жизни. Нигде. Только у Бога. Иногда я слышу от верующих людей, я стараюсь жить благодатью Божией, я стараюсь наслаждаться этим, но у меня не получается. Ну вот как-то не выходит. Я вспоминаю апостола Павла, второе послание к Коринфянам, он тоже жил благодатью Христа. И у него тоже были проблемы. Причем эти проблемы с благодатью Божией не исчезли. Вот что интересно. Помните, как он говорил, Довольно, он говорит Божие Слово в свой адрес, довольно для тебя чего? Довольно для тебя благодати моей. Ибо сила моя совершается в чем? В немощи. Вы понимаете, друзья, что вот этот поток благодати на благодать совершенно не означает, что у нас не будет проблем. Совершенно не означает, что нам всегда будет легко. В конце концов, сам Иисус, безгрешный, праведный, прожил такую жизнь, которая была полна боли и полна трудностей. И вот что главное, когда мы читаем здесь о благодати. Наш покой во Христе, запомните это, друзья, наш покой во Христе – это не отсутствие проблем. Наш покой во Христе – это присутствие рядом благодатного Господа Иисуса Христа, с которым мы пройдем через трудности. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Помните? Псалом 22. И даже когда мне будет трудно и страшно, я пройду с этим пастырем. Вот что означает благодать на благодать. Не нужно искать никакого счастья в стороне от Бога, его там нет. Оно только со Христом. Шестая причина 17 стих. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Шестая причина, что Христос, он больше Моисея и даже больше закона. Почему Иоанн вспоминает закон и Моисея? Зачем об этом говорить в Евангелии? Потому что для всех верующих людей Ветхого Завета, для любого иудея. Моисей – это начальник государства Израиля. И закон, продиктованный самим Богом, это самое наивысший, самый высокий авторитет, который есть для верующего человека. Это все равно, что подарок самого неба. Но Божье Слово говорит, Иисус – больше Моисея. Иисус больше закона. То, что для вас авторитетно, Иисус больше этого. Блаженный Августин говорил, закон угрожал, а не помогал. Закон приказывал, а не исцелял. Он показывал нашу слабость, а не забирал ее. Но все это подготовило нас к настоящему... Целителю, который должен был прийти с благодатью и истиной. Христос больше закона, больше Моисея. И это была шестая причина. Седьмая причина находится в 18 стихе. Бога не видел никто никогда. Единственный Сын, сущий в лоне Отчим, Он явил. И Иисус открыл нам невидимого Бога. Вот седьмая причина, почему нам нужно познавать Христа и как нам познавать Бога. На первый взгляд кажется, что вот этот 18 стих, он ну, как бы возник из ниоткуда. Но на самом деле он нас возвращает в Ветхий Завет. Как-то давно Бог ответил Моисею, это книга Исход. Бог говорит, лица моего ты не можешь увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться живым. Бог так ответил Моисею. Вы помните это? И вот проходят века, и наступает чудо. Чудо, которое мы читаем именно здесь, в 18 стихе Евангелия от Иоанна. Единственный сын, сущий в лоне отчим, он явил Бога. То, что когда-то Моисею Бог сказал, невозможно видеть Бога и остаться живым, на самом деле произошло в лице Иисуса Христа. Бог наш веками протягивал руку человеку. Бог всегда желал общаться с нами, хотел открыть себя нам, но никто не видел Бога полностью в его безграничной славе. И те немногие, кто видел, могли видеть лишь только маленькую часть Бога, лишь только краешком, лишь только уголочек, и почти всегда были в ужасе даже от этого. Но теперь Иисус открыл нам Бога открыл нам Его благодать, открыл нам. Как слово объясняет невидимую мысль, когда мы что-то думаем, мы говорим это словами. Вот точно так же Иисус – это то слово, которое объясняет нам невидимого, непонятного для нас Бога. Единственный способ узнать Бога – это через Иисуса Христа. Единственный способ почтить Бога это почтить Иисуса Христа. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Вся жизнь Христа, все служение Иисуса, оно проповедовало о Боге. Поэтому и Евангелие – это, можно сказать, развернутое откровение о Боге для нас. Хочу сказать вам, что все верования, все культы, которые отрицают божественность Иисуса Христа, не могут привести человека к Богу. И даже не пытайтесь согласиться с теми, которые говорят всего лишь Иисус. Хороший пример для подражания. Иисус хороший учитель, благородный, религиозный лидер. Это не вариант, не соглашайтесь на это никогда. Почему? Потому что Иисус Бог, Он сто процентов Бог. Если вы верите этому, для вас звучит обещание Бога. И тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Верить в Иисуса, это значит верить, что Он Бог. И в заключение я хочу сказать, Бог непостижим, это факт. Но Бог познаваем, и это радостный факт для всех нас. Это то, что нам нужно всем принимать. Это влечет нас посвященному изучению Библии. Это влечет нас к тому, чтобы пребывать с Богом в молитве, чтобы любить церковь и проживать каждый день со Христом. Если кто-то из нас в этом зале еще не имеет вот такой тесной дружбы с Иисусом, я призываю вас сегодня, примиритесь с Богом, примиритесь с Иисусом Христом, потому что Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас. Amém.